Re, viss ēters ir te! Дежурный по жизни. Здравствуйте. Последние дни в Фейсбуке очень много негатива по поводу работы службы госдоходов. 1 марта можно было подать годовую декларацию и вернуть переплаченные налоги. Но многие остались должны государству. Кто-то 1 цент, а кто-то 200, 300 и даже 400 евро. Я могу сказать, что в Фейсбуке не только негатив, но и фейк-ньюс, потому что не всегда люди ответственно относятся к тому, что они пишут. Например, одна мама говорила своей дочери, мы проверили, такого аккаунта вообще не было. Да? Но насчет Фейсбука мы хотели бы, чтобы те, которые пишут в Фейсбуке, если у них есть вопросы, обращайтесь в службу доходов, мы ответим на ваши вопросы. Мы не будем отвечать в Фейсбуке на конкретные случаи. Если у вас проблемы, если вопросы, пожалуйста, обращайтесь в службу доходов и получите ответ. И не надо тиражировать негативную информацию, если у вас совсем конкретный вопрос, почему у меня такая ставка или другая. Да, пожалуйста, у нас все открыто, пишите, звоните, получите свой ответ. У вас есть вопросы, у нас ответы.